В селе Юнкюр Алекминского района в скором времени ликвидируют очередь в детские сады. Сейчас там ведут строительство дошкольного учреждения на 50 мест, которое поможет решить эту задачу. Стоит отметить то, что ранее строительство соцобъектов в районе ввели на деньги республиканского бюджета. Теперь часть таких проектов осуществляют на деньги района. Подробности далее. Активность района, его жизнеспособность оценивается в первую очередь по строительству жилья и социальных объектов. И если раньше в Алекминском районе это был в основном республиканский бюджет, то теперь стало возможным начинать такие проекты самостоятельно. Так, в селе Юнкюр идет строительство детского сада на 50 мест, что позволит закрыть очередность в селе на 100%. Село Юнкюр входит в те населенные пункты, где у нас есть очередность в детских садах. И на сегодняшний день, который имеющийся садик, он в полном мере не обеспечивает потребность данного населенного пункта. Строительство идет в каменном варианте. Раньше такие работы выполняли бригады, которые приезжали извне района. Сейчас к таким работам готовы местные. Все рабочие у нас местные. 12 человек сейчас в данное время. И должны закончить 5 ноября. Я должен сдать уже. По плану все идет. Сроки завершения зависят от дальнейшего решения. Если республиканский бюджет окажет поддержку, то уже следующий год может стать годом новоселья для малышей села Юнкюр. На следующий год, в 2017 году, тоже средства заложили. Но также будем подавать на уровень республики, чтобы республика тоже нам помогла. Если у нас республика на следующий год поможет при завершении строительства, возможно, даже введем этот садик. Если мы своими средствами, мы планируем в течение еще 2 лет строить данный садик. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.